Сегодня 30 июня, хочу показать. Вот на самом деле на горохе основные проблемы — это ржавчина и тля. Вот участок, где была тля. Он отличается цветом, этот участок, сразу практически, потому что растения ослабленные. Естественно, вот так вот они выглядят, как будто обожженные листья. Тля здесь, тли здесь, конечно же, много. Это такой здесь на углу, опрыскиватель не смог достать. Естественно, бобики здесь недоразвиты, а тли очень много, просто-напросто. Поэтому с тлей нужно бороться. Причем это достаточно опасный вредитель. Но опаснее, я думаю, что многих, потому что урожай, особенно в засуху, может полностью выбить на корню. А вот здесь уже участок, где опрыскиватель все же захватил. Здесь получается вот такой вот уголок. И вот здесь опрыскиватель уже достал, то есть с тлей справился препарат, потому что он сюда попал. Здесь также был и фунгицид, конечно, но здесь я так вот по внешнему виду проблемы с той же ржавчиной я не вижу. Здесь больше проблема с тлей. И вот именно просадка, и вот она, эта граница. То есть, и вот поле зеленое уже пошло, там, где нет тли, и горох, хотя, как бы не сказать, что этот год прям супер благоприятный, но в то же время горох себя чувствует пока комфортно. Хотя низ уже начал сохнуть, высыхать, нижний ярус листьев, но верх пока еще держится, и бобики еще в таком, можно сказать, зеленом виде. Может быть, здесь еще и обсев немного загущен, поэтому такой вот вид. А вот здесь уже поорудовала тля. Ну, вот такая вот разница, как бы, для того, чтобы понимать, насколько это опасно, особенно в засушливый период. Вот, допустим, растение, которое, горох, да, который даже не сформировал бобиков, даже не сформировал. А здесь вот он сформировал, но они совсем маленькие. То есть вот такой вот огрех, случайный. И показательный. Конечно, если бы растения были бы сильные, может быть, это было бы не так явно, но этот год, он такой непростой. И в то же время, как бы, есть такой вот контраст вот таких вот вредителей. А пока, вот на сегодняшний день, неплохо работает, ну, фосфорорганические инсектициды. На моей практике это димитуат, потому что лучше. Вот на сегодняшний день я пока не видел. Ну, просто я работал только одним этим продуктом. Или одним продуктом, ну, с этим вот, с действующим веществом димитуат. Так что вот так. Такая вот картина.